Сыну исполняется 18 лет, он говорит: мам, ну вот я хочу теперь наконец-то реализовать свою детскую мечту. Надо завести либо кошечку, либо собачку. Она говорит: никаких, ни кошек, ни собак. Мало ли потом с ними проблемы. Через дня три он приходит, приносит собачку. Говорит: подобрал на улице, такой кобелек, вообще жалко все. Она говорит: ага. А потом 40 уколов от столбняка. Никаких собак, я сказала. Вот, ну ладно. Приходит через неделю и приводит подругу. Такая вся неожиданная, такая фря просто. Пол головы выбрита, хайр вот такой, пол головы расписано фломастером, значит, везде татухи, такое кольцо в ноздре, в ушах кольца, все. Стоит такая непонятная, загадочная. Мать долго на нее смотрит, говорит: ну что, сынок, ну что сказать? Ну, веди собаку уже.